Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня я хочу подстричь свой гибискус. Уже он там, такие вот длинные усики у него появились. Надо его подстригать уже. И вот это, кстати, его 4 детки. Тут вот побольше прям классно. Она была, смотрите, неровная. И здесь засунули мой киндер, чтобы она росла прямо, вот была прямая. Не согнутая. Здесь вот самостоятельная прямая. А, ну да, здесь тоже подвязано. И здесь вот тоже подвязали, потому что она в ту сторону падала. Вот. Так, вот такие вот у меня гибискусики. И я хочу еще нашинковать, пока они тут есть. Тоже поставлю стаканчик. Такой вот у нас сегодня будет стаканчик пока что. Там, кстати, растет у меня кактусенок. Но у меня гибискус не цветет, хотя у него вот вылезла уже давным-давно какая-то веточка здесь. Еще тут есть. Я слышала то, что если закопана одна веточка, то поэтому не цветет. Уже давно вылезли, но цветков так и не появилось. Не знаю, посмотрим, если у деток появится. Может быть, я их отправлю на продажу, может быть. Так, и меня тоже видно. Привет. У меня вот такой вот секатор уже поржавел такой немножечко. Где-то видно, не видно. Так. Опять у него снова вывезла вот такая вот длинная. Тут прям ветка длинная-предлинная, как в прошлом году. Нужно отрезать как-то так, чтобы была почка, как бы отрез, и от нее где-то, наверное, столько, сантиметр 3 была почка. Чтобы мне не пришлось потом закапывать. Здесь, но потом, может быть, мы отрежем еще. Получается такой длинненький. Кстати, я заметила, если, допустим, отрезаешь, когда, если веточка тоненькая, такая вот прям зелененькая, то она, корни у нее медленнее появляются. А если на толстенькой уже такая у нее появляется кора, то появляются быстрее корни. Здесь просто какая-то палочка, которая когда-то высохла. Ну и вот тут вот тоже. Что-то 3 штуки всего получается, что ли. Тут я сейчас отрежу. Еще я отрезу. Еще? Еще. Вот это вот что? Ну вот это, да. Вот это. Ну, совсем получается. С этой стороны вот тут у него срезано. Вот тут срезано еще будет. Вот этот вот длинный какой-то. Его нужно повернуть, наверное, будет. Все. Все. Он уже прям вообще со всех сторон у меня срезан, и все, наверное, больше не буду его резать. Еще я. Нарезала я 3. В прошлый раз было 4. Да. До этого еще, кстати, его тоже отрезала. Мы вместе с вами проращивали. Но потом приехал папа, это вообще гибискус папин. Вот, сказал, что нужно, короче, все эти цветочки ставить именно рядом с мамкой. Чтобы они стояли именно рядом с мамой, тогда они прорастут. Дима, отойди. Вот, а они у меня стояли где-то в темном месте, на кухонном гарнитуре. То есть, ну, конечно же, нет. А так они у меня проросли, и вот, пожалуйста, я их пересадила. Причем они у меня проросли. Еще у меня с корнями стояли месяца 2-3, наверное, стаканчики. Мне было просто некогда. Вот, теперь поставлю еще одни. Может быть, если у этих появится цветочек, быть может, я их продам. Потому что они в хороших таких горшках стоят. Их можно, в принципе, продать. Вот. Ну, мне прям вот нравится. Вот этот очень нравится. Сейчас я покажу. Где там видно? Вот этот прям очень нравится. Он такой ровненький, хороший. Вот за ним тоже маленький очень нравится. Этот нравится. Вот этот прям худющий. Тоненький, худенький, длинненький. Конечно, вообще не очень удобно. Вот такие мы с вами. Такой зеленейший букет. Ну, конечно, он будет стоять у нас не где-то там, а, скорее всего, там за мамкой. Я поставлю стаканчик между мамкой и углом. Там как раз будет вот много так вот места. Да, окей, окей, ставим лайки, лайки, лайки ставим. Вот. И сегодня у нас выходной день. Мы сегодня не поехали на дачу, потому что маме моей стало плохо. Поднялось давление, поэтому вот я решила, думаю, надо что-то позаниматься. Обычно, когда куда-то не едешь, то сразу такое, ну, там, собираешься, а потом так, если не едешь,
такое настроение хорошее, я не поехала, надо чем-то заняться, надо там какие-то дела переделать, надо там это, сразу появляется какой-то настрой, какой-то там что-то это. Вот, не знаю сейчас, чем мы еще будем там заниматься, но с вами вот мы сегодня пошинковали. Пошинковали, я это так называю, я не помню, как это называется. Но, кстати, классно смотрится. Зеленые такие листы большие. Лайки. Лайки, 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 ставьте лайки. Сколько? 8 минут. Вот. И все. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. И всем пока-пока.